Я нашла в этом блюде сырое яйцо. Это нормально так готовить? Сегодня на обзоре заведения Excellent. Проверим их яйца на прочность. С виду все очень красиво и ярко. Просто мой Барби рай. Вы видели их фасад? Выпили водички и приступили к изучению меню. Работа отдела маркетинга потрясающая. Обстановка располагает к нанесению блесток и розового настроения. Кнопочка чин-чин покажет, что вы нуждаетесь в игристом. Внимание к деталям меня здесь просто поражает. Ну а теперь о еде. Заказали какао, 350 рублей. Очень насыщенный вкус, мне понравилось. Деревенский кайф или картофельные вафли с яйцом, соусом дроблю и сезонными грибами 650 рублей. Сухо, мало соуса и петрушка совсем лишняя. Не рекомендую. Подруга заказала супер люкс бутерброд с гукамоле, лососем и яйцом за 750 рублей. Смешно, но он оказался очень мокрым за счет яйца и толченого авокадо. Оставили 200 на чай, потому что персонал реально балдежный, а еда посредственная. Может, нам так не повезло, но кухню нужно так же проработать, как и маркетинг.